И всем привет, с вами я, Александр Сучков. В данном видеоролике мы опять продолжаем играть в GTA San Andreas, в наш мод. Итак, мы уже начали, и сегодня у нас миссия будет немного по-другому, немного какая-то другая. Ну, в общем, давайте посмотрим, какая будет миссия. Итак, нам никто не звонит, это уже как-то радостно, значит, что-то должно произойти здесь. Так, да, нам нужно идти сюда. По карте видно то, что сюда. А зачем? К этому мужику, что ли? Так, ну, надеюсь, меня они не будут стрелять. Да вроде нет. Если я не буду стрелять в этого мужика, они не будут стрелять в меня. Так. Что? Я кого-то должен защитить? Он пропал, но зато он появился здесь. Охрененно. Так, ладно. Защищать кого-то буду. Так, садимся в наш... На любую провока... Потому что я думаю, что... Вот... Почему-то вот я думаю, что сесть надо именно в эту машину, потому что именно в эту машину поместятся все. Я ее разбил случайно, ладно. В общем, так. Да, в нашу точку никто не поместит. Там только два места, а тут целых четыре места. Так, значит, что, мы едем дальше? Как бы еще не перевернулся на машине на этом. Так. Едем, значит, сюда куда? Сюда и поворачиваем. Так. И мы уже замечаем то, что здесь что-то начинает происходить. Давайте выйдем из тачки. Наша охрана вышла. Охрана мужика. Они все за нами следят. Вот, мы пришли сюда. Значит, здесь мы видим что-то непонятное. Давайте посмотрим, что это. Давайте я пока что заходить на этот круг не буду. Чекпоинт. Так, здесь у нас, значит, охрана. Мы сюда можем пройти, то есть в нас они не начнут стрелять. Так, здесь что-то они разговаривают, объясняют, видать, им. Вот этим вот нашим. Они что-то... Какие злые. Так, наш охранник туда запрыгнул и ждет нас. Так, мы пришли к этому мужику, видимо, к этому главному. Потому что он друг этого нашего китайца. Так, охрана ждет. Давайте зайдем в чекпоинт, посмотрим, что будет. Так. Заходим в чекпоинт. Все. И мы видим то, что наш мужик начинает куда-то идти. Это как-то странно, но он говорит нам, чтобы мы не шли за ним. Но мы-то знаем, что надо идти за ним. Так что давайте поедем на машине. Идет что-то медленное. Может, он куда-то еще сюда зайдет? Нет, это как-то странно. Так, давайте за ним проследим, потому что если за ним не следить... Смотрите, он даже без охраны пошел. Впервые. Так. Тут следа охранника. Давайте к нему так не подъезжать. Давайте мы просто последим за ним. Тихо, тихо, едем, едем. Давайте не так палевно, потому что видно то, что палевно. Нам еще бегают машины. Так что давайте мы сначала, я не знаю куда. Давайте куда-нибудь припаркуемся, типа. Если он нас не запалит, то что мы сзади него. Потому что здесь... Шум, как бы. Замеченность. Нет, пока что замеченности. Ждем, ждем. Можно тут проехать. Посмотреть. Я не понимаю, куда он идет. Что он хочет показать нам? Или не нам? Но он сказал нам никуда не идти, а мы все-таки сели в тачку и поехали. Это как-то странно, ребят. Кстати, смотрите, квадратик-то. Значит, что он идет туда. То есть он пойдет за дом, что ли? Давайте проверим. Не, все равно палевно, но палево не показывается. Видимо, он ожидал то, что мы за ним поедем. Главное, за ним особо и не ехать. Так, сейчас осторожно. Так, еще не запалил почему-то. Хотя он должен запалить, потому что мы именно за ним едем. Так. Так. Он нас запалил. Видите, что он сделал? Он отпрыгнул от тачки. Здесь что-то сейчас будет происходить. Давайте поставим тачку здесь. Там стрельба?
Ну нафиг. Так. Твою мать, меня сейчас убьют. Все, я его убил. О, от него даже деньги остались. Так, два охранника, так, что там? А где наши? Он же, смотри, куда пошел. Наш китаец. Он именно шел к ним, каким-то бомжам, а они, короче, с автоматами. Вот он идет. Вот мы все встретились, он нас запалил. Ну, уже пофиг, мы прошли как бы. Смотри, он обратно что-то пошел? Не, он пошел туда. Он пошел смотреть. Ну и пофиг. Давайте мы его здесь оставим, пусть там смотрит, я не знаю на что. Может там что-то надо. Раз он туда пошел, раз ему позвонили, сказали типа ему туда прийти. Он туда пришел, там три этих бомжа с автоматами. Его бы убили, если бы не я. Ну ладно, я как бы раненый, или там пофиг. Едем назад. Как бы, наверное, там опасности не будет, наверное. Хотя я не знаю. Может там что-то и будет. Пофиг. Мы главное все сделали, все дело, которое нужно. Там охрана его осталась, я не знаю, как бы это уже не наша проблема, то что там будут убивать. Мы главное прошли миссию и теперь все, наверное. Последний чекпоинт, как всегда. Законный чекпоинт. Сюда приезжаем. Давайте сначала припаркуем заново нашу тачку. Она и стояла. Около этого дома. Так, все. Все, я их всех привел обратно. У меня калаш остался. Они тоже. Че они все за мной ходят-то? Ну пофиг. Идем на чекпоинт. И, в общем, что я могу вам сказать? Если вам понравилось данное прохождение, обязательно поставьте лайк под видео и подписка. Обязательно подпишитесь. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами я, Александр Шучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. И, конечно же, всем удачи и всем пока.